Вот это да! Да это же просто супер! Yes, yes, yes! Теперь я не одна! Теперь нас двое! Да, Шинелька, да! Теперь нас двое! И я настоящий твой друг! Собачка, а откуда ты появилась? Я здесь живу, и мне очень одиноко, без друзей! Ой, собачка, не переживай! Теперь я твой друг! Собачка, а как тебя зовут? Тебя зовут... Нет, это я рыгнул! Что ты сделал? Я плотно поел, потом переварил пищу и рыгнул! Ой, но так делать некрасиво! Извини, а почему это некрасиво? Это твое имя? Нет, это я икнул. И летать тоже некрасиво. Ну, вообще-то да. Икать тоже неприлично. А дышать можно? Дышать можно. Бен. Ты опять икнул? Нет, Бен, это меня так зовут. Бен. Тебя зовут Бен? Да, только нужно говорить коротко. Бен. Ничего себе имечко, Бен. Нет, не Бен, а Бен. Ну ладно, Бен так Бен. И как это можно жить с таким именем? А меня зовут Шанель. Ну или можно говорить Шанелька. Шанелька? Смешное имя. Тебе не нравится мое имя? Да ничего, имя как имя. Ну, немного смешное. Знаешь что, у тебя имя тоже не подарок, Бен. А у тебя Шанель. Ой, Бен, мы что, уже ссоримся? Нет, что ты. Со мной ты не должна ссориться. Я же твой лучший друг. Тогда перестань дразниться. Окей, договорились. Знаешь что, Бен, ты меня подожди. А я сейчас побегу и расскажу про тебя Василисе! Ха-ха-ха! Глупая собачка! Со мной ты не будешь ссориться! А вот со своими друзьями я тебя быстренько поссорю! Вася, Васька! Что я тебе сейчас расскажу? Что случилось? Васька, теперь у меня есть лучший друг! Как это лучший друг? А я тебе разве не лучшая подруга? Ну, конечно, ты лучшая подруга. Но у меня теперь появилась собачка-друг. Ты притащила домой собаку? А ты подумал о том, что скажет тебе Никиса? Никого я не притащила. Пойдем, я тебя познакомлю со своим другом. Бен, ты здесь? Не кричи, а то я оглохну. Извини, Бен, посмотри, кого я привела. Кто это? Фу, какая лохматая кошара. И, наверное, у нее полно блох. Что? Что ты сказал? Это у меня полно блох? Конечно, у тебя. И у меня же. Шанель, и эта невоспитанная тварюшка твой лучший друг? Васенька, подожди, не обижайся. Я сейчас выясню, в чем тут дело. Бен, почему ты говоришь такие ужасные вещи? Даже если тебе не понравилась Василиса, так говорить нельзя. Да ты сама посмотри внимательно на эту дурацкую кошку. Лохматая, страшная, наверное, еще и вонючая. А вот мы с тобой собачки. Мы красивые, мы умные. Да, ты прав. Мы красотки. Знаешь что, Шанелька? Не ожидала я тебя такого. Все, я с тобой больше не дружу. Оставайся с этой своей невоспитанной, негодной поганкой. А я ухожу. Уходи, ты нам не нужна. Ой, Бен, а мне что-то жалко Васеньку. Не жалей. Она думает, что если ты собачка, то значит, ты не такая умная, не такая красивая, как она. Она считает, что кошки лучше собак. Да, наверное, ты прав. Конечно, прав. А тут еще живут кошки?
Да, живут. Это Никиса и Марфа. И они очень хорошие. Нет, не бывает хороших кошек. Почему? Потому что мы, собаки, лучше кошек. А кошки нас за людей не считают. Так и норовят нас поцарапать. Ты не должна больше дружить ни с Никисой, ни с Марфой. Что же это такое? Что это за дрянная собака из телефона? Привет, Василиса! Что? Ты что делаешь в моем телефоне? Убирайся немедленно! Стоп, стоп! Не сердись! Это я специально говорю тебе плохие вещи, чтобы ты ушла от Шанельки. Почему? Зачем? Потому что она тебе не подруга. Нет, она мне подруга. Ну, вернее, была подругой. Вот именно, была. Ты еще и не знаешь, какие гадости она мне говорила о тебе. Шанелька говорила обо мне гадости? Да, это она мне сказала, что у тебя полно блох, что ты вонючка и дурочка. Что? Я вонючка? Да-да, это она так говорит. А я так, ну, не считаю. Ах, она поганка! Вот я ей задам! Правильно, задай ей. Это я твой лучший друг. Да, Бен, ты мой лучший друг. Спасибо тебе, что ты сказал мне всю правду про эту Шанельку. А еще она говорит, что Марфа и Никиса глупые и злые. Марфа и Никиса злые? Да я сейчас пойду и расскажу все Марфе. Правильно, расскажи все. И Никисе тоже расскажи. Класс! Глупая Васька и Шанелька! Сейчас я вас всех перессорю и повеселюсь! Марфа! Марфушка! Ты где? Марфа! Где ты? Я здесь. Что у тебя случилось? Ее нужно срочно выгнать! Кого выгнать? Эту поганку! Я не хочу с ней больше дружить! Она плохая! Кто плохая? Никиса? Да при чем здесь Никиса? Вася, объясни нормально. Кто плохой? С кем ты не хочешь дружить? Кто тебя обидел? Шанель! Шанелька? Да! Ее нужно выгнать! Ее нельзя больше держать дома! Васька, какая блоха тебя укусила? Что? Ты тоже? Что я тоже? Ты тоже думаешь, что я блохастая и вонючая? Ну, я такого не говорила. Не сказала, только что сказала. Все, у меня больше нет друзей, один Бен остался. Василиса, подожди, кто такой Бен? Бен, это я. Ой, откуда ты взялся? Это не важно, главное, я с тобой. А почему Вася называет тебя другом? Потому что я ей сказал всю правду про Шанельку. Что же такое ты ей сказал? О, ты не знаешь Шанельку? Знаю. А ты знаешь, что Шанелька говорила, что ты самая глупая кошка на свете? Я? Самая глупая кошка на свете? И это говорила Шанелька? Да. А еще она сочинила про тебя стишок. Какой стишок? Кошка сдохла, хвост облез. Это про тебя. Ах, она негодная собака. А я еще Васеньке не поверила. Васеньке? Да Васенька сама называет тебя злой и вруньей. Ой, ну не может быть. Как это не может быть? Она же только что тебе не поверила. Да, не поверила. Вот-вот. А еще Васька говорила, что ты некрасивая, страшненькая. Ах, она негодная девчонка. Она у меня получит. Правильно, задай ей хорошенько. Да посильнее. Васька, где ты прячешься? Выходи. Я тебя все равно найду. Что ты раскричалась, как на рынке? Ага, Шанелька, паршивая ты собака. Я? Паршивая собака? Правильно мне Бен говорил, что все вы, кошки, не любите собак. А за что вас любить?
зачем ты называла меня глупой кошкой? Я не называла тебя глупой кошкой. Нет, называла. Мне Бен сказал, а он мой лучший друг. Нет, Бен мой лучший друг, а ты противная кошка. Убирайся из нашего дома. Никуда я не уйду. Это и мой дом тоже. А если тебе что-то не нравится, сама убирайся отсюда. Ага, вот вы где! Никогда бы раньше не подумала, что ты, Шанелька, такая противная собака, а ты, Марфа, такая нехорошая. Это я? Противная собака? Это я нехорошая? Да, мне Бен все о вас рассказал. Это мне Бен все о вас рассказал. И мне тоже все о вас рассказал. Вот я тебя, Шанелька, сейчас ударю. Я сама тебя ударю. Сейчас тебя поцарапаю. Вот-вот, вы, кошки, всегда хотите собак поцарапать. Не собак, а именно тебя поцарапаю. А я тебя укушу. Вот только попробуй. И попробую. А я тебя, Шанелька, за хвост дерну. Девочки, кошки, Шанелька, ну вы что, хотите подраться? Да, я поцарапаю Шанельку. А я сейчас Шанельку за хвост дерну, а Васю накажу, в угол поставлю. А я укушу Васю. Шанель, ты что, с цепи сорвалась? А вы, кошки, совсем с катушек съехали? Никиса, ты не знаешь, какая Шанелька подлая. Нет, Никиса, это Вася подлая. А ну-ка тихо, кто это вам такое сказал? Бен! Кто такой Бен? Это мой лучший друг. Нет, это мой лучший друг. Нет, мой, Бен мой лучший друг. Так, ну-ка познакомьте меня с вашим лучшим другом. Вот он, Бен. Бен не хочет с тобой говорить, потому что ты тоже кошка и не любишь собак. Это он тебе такое сказал? Да. Васька, а тебе что сказал Бен? Бен мне все-все про Шанельку рассказал. Что же такое он тебе рассказал? Что Шанелька называла меня вонючкой и дурочкой. Я такого не говорила. Подожди, Шанелька, сейчас разберемся. Марфа, а тебе что сказал Бен? Он сказал, что Шанелька называла меня глупой кошкой, а Василиса лгуньей. Я не говорила, что Марфа глупая. А я не говорила, что она лгунья. Так. Кажется, мне все понятно. Что? Что понятно? Тебе что? Да этот ваш Бен сам лгун. Он вам всем говорил неправду. Бен, это правда, что ты говорил неправду? Что? Он смеется? Бен, ты же говорил, что мы с тобой собаки, и поэтому лучшие друзья. Ну что, кошки, вы поняли, что с вами сделал этот Бен? Да, поняли. А ты, Шанелька, ты до сих пор думаешь, что Бен твой лучший друг, а мы, кошки, тебе враги? Ой, извините меня, Васенька, Васенька, прости меня за то, что я так о тебе плохо подумала. Шанелька, и ты меня извини. Ой, Васенька, Шанелечка, как я могла поверить этому негодному Бену? Шанелька, кошки, все-все, забыли. Мы снова все друзья. А Бен, это кто? Это просто компьютерный глюк. Получай, Бен, мы тебя баним. Yes.